Праздник двора организовали также жители второго дома 12-го микрорайона. Подобные мероприятия проводятся с ангарчанами в конце мая уже несколько лет подряд. Организаторами, как правило, выступают клубы по месту жительства. Этот праздник подготовили воспитанники клуба «Самородок». Энтузиасты представили программу с танцами, играми для детей и мастер-классами для взрослых. Самая главная, наверное, цель этих праздников – вот еще раз показать, какие у нас замечательные дети и какие у нас замечательные все-таки люди в городе. То есть мы хотели бы, чтобы этот праздник был таким жизнерадостным, теплым. То есть праздник именно для соседей, да, праздник, чтобы больше люди общались во дворе, выходя во двор, видели друг друга больше, общались. Вот такой был хороший, жизнерадостный, теплый праздник. Кроме организации праздников для жителей, в клубе «Самородок» ведут активную работу с ветеранами, устраивают спортивные соревнования и проводят занятия по декоративно-прикладному творчеству.